Добрый вечер, дорогие христиане. Завтра Вознесение, святой праздник. Но пришла огромная беда. На Святогорскую лавру идет наступление со стороны войск Российской Федерации. И идут огромные бои, артобстрелы. И нам уже известно, вот мне информация о том, что попали в 3-4 корпус. Убило отца Аристоклия. Отец Галактион при смерти, ранен отец Амфилох, Иосаф, Алипий. Отец Галактион уже вот, написали, уже почил, и еще одна матушка. Это наша Святая Лавра, наша Украинская Православная Церковь, где мы не раз были с владыкой митрополитом Агафаном, там служили, было очень много сюжетов. Я ездил туда с Филиппом на форум мира, и никто не мог себе представить, что такое будет. И бедная Лавра, которая без света, без воды, без газа, без коммуникации, без ничего на протяжении уже долгого времени, сейчас еще подпала под артобстрел. Поэтому я вас всех прошу, чтобы Господь спас нашу братью, спас нашу Лавру, наказал тех, кто поднял руку на удел Божьей Матери и вразумил людей о том, чтобы остановить войну, садиться за стол переговоров, решать, разговаривать, чтобы не гибли мирные люди ни за что, ни про что. Нас же православных и так мало, зачем нам погибать? Поэтому прошу распространить видео, помолиться за тех людей, которые умерли, и молиться усердно за митрополита Арсения, нашего друга, владыку, наместника, и братью, тех, кто живы, и тех, кто почил. Помоги, Господь, нашей святой лавре.